В мытом салате превышение всего 6 раз. 6 на 10 четвертой степени. И также обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кстати, в укропе их не было совсем. Итак, что получается? Салат полезен за счет витаминов, но может быть смертельно опасен из-за бактерий. И мыть его нужно обязательно, даже из тех пачек, на которых производитель заботливо пишет «не требует мытья». Совет. Чтобы смыть хотя бы часть микробов, замочите салат на 10-15 минут в холодной воде, предварительно растворив в ней столовую ложку соли, а потом промойте листья под струей 2-3 раза. Ну и не ешьте салат как отдельное блюдо на ужин, а добавляйте 20-30 граммов к мясу или рыбе.